поняли, да? Значит, короче, первый вопрос. Вот, вы видите? Вот он. Вот. Наверное, самый часто возникающий вопрос. Почему мы вообще решили завести канал? Вообще, у нас раньше с Тимофеем были отдельные каналы, история. У меня, он назывался Кекс Плейс. А потом через неделю или чуть меньше я создал Кейк Плейс. Ну, типа, чтобы одинаковые названия более-менее были. Был канал, наш общий, Top Friends Place. Мы снимали видео со всех наших телефонов, прятки с ютуберами. И Тимофей, короче, это монтировал. Мы ему прислали то, что с наших телефонов. И он взял и только свой телефон вставил. И, короче, это так глупо выглядело. А потом мы с Тимофеем еще на карате ходили раньше. Я прихожу в черной футболке, а он в белой. И у нас, типа, возникла идея из-за того, что мы в этот же момент, типа, можно же название Black and White. Гиперолды знают наше самое старое название, да. Black and White, и аватарку. Мы такие, типа, вау, канал, типа, 1 июня, первое видео. Кто? Я был Black, Артём был White. Нет. Наоборот? Да. А, ну, значит, ты чёрный. Ну, я сейчас... Короче, и 1 июня мы сняли первое видео, а потом... Заводим контент. А потом мы такие подумали, Black and White слишком, ну... Тупое название. Ну да, странно. Мы такие, твот вообще. Это типа Тима Тёма. Типа тво, ту, это как бы, ну, две. И т, типа Тёма и Тима. Это гениально, короче, вот. Так, дальше. Второй вопрос. Почему я здесь ничего не смотрю? Вы смотрели аниме? Если да, то какие? Если нет, то One Piece, One Piece is real. Что вы знаете о Накама Карт? Без комментариев. Аниме нет, я не смотрю, Артём тоже. Я тоже не смотрю. А сколько лет вы дружите? Мы дружим... Чуть больше 8 лет. Почти 9, я бы даже сказала. Сколько видео на канале? Сейчас посмотрим. Видео на канале. У нас на канале 180 видео. Офигеть. И, кстати, много из них шорты. Да. Где-то 2/3. Да. Вот, короче, следующий вопрос. В какие игры играете на улице и телефонах? Ну, на улице мы строим. Строим домик, кстати, поэтому не было видео очень много. И, мы играем иногда в футбол на улице. Да, ну, не так часто. И, на телефонах, наверное, уже многие знают, мы раньше играли в Brawl Stars. Ну, Кекс Плейс и Кейк Плейс. Сейчас забили, потому что в помойку превратился. А так мы сейчас играем в стендов. Вот. В стендов 2, кстати. У нас даже есть игровой канал. А, по стендофу? Ну, вообще, игровой канал, там будет ссылки в описании. Да-да. Вот, короче, сколько вы обычно монтируете видео? Обычно бывает, 2-3 часа, может, даже больше. Да, а иногда, чаще всего иногда мы монтируем больше недели. Вот. Каких ютуберов вы смотрите? Мистер Бизикс. Это первый. Кстати, у нас открыто посмотреть, на каких ютуберов мы подписаны. Да. Так что. Мистер Бизикс. Там есть, кстати, Карпоис. Короче, первое это Мистер Бист. Кого ты еще смотришь? Я смотрю Jack Sucks at Life. Что? Это кто? Ну, Джек, ты что, не знаешь его? У него рекорд по кнопкам Ютуба. У него больше 20 каналов, у него есть кнопка PewDiePie на 100 миллионов. А, и Мистер Бист, да? Да, была. А, я видел его видео. Ну, я его один раз смотрел. Короче, у меня там Rush, который стендов снимает, Веля, Тик-Так. Ну, у меня тоже самое. Ну, вот это, вы, наверное, не знаете. Вот, поскольку вам лет? Мне... Вот столько лет? А мне, мне вот столько, на один годик меньше. Как вы познакомились? От Кирилла Шица. Мы познакомились очень просто. Тимофей, рассказывай. Я когда приехала в 2015 году, через 3 дня был Новый год.
То есть где-то до середины лета я сидел дома, изучал тут окрестности, ну, вместе с родителями. Мне было, по-моему, 4 года или 5 лет, я не помню точно. Я записался на театральный кружок. И мы там познакомились с Артемом, потом, когда я пошел в садик, мы с ним были в одной группе, мы очень сильно подружились. Мне тогда было 5 лет, а ему 4. Ну, наше первое знакомство было на театралку. Да, ну, мы ходили на театралку. Я, кстати, до сих пор на театралку хожу. Меня даже в кино приглашали, но из-за того, что я завтра уезжаю, ну, на день съемок, типа, сегодня день съемок, и завтра я уже уезжаю, типа, в отдых. И... Вот. И из-за этого я не смогу сниматься. А меня позвали реально. Вот. Такая наша любимая... Опять Александр Кочетов. Кочетов. Какая ваша любимая еда? Ну, у меня буквально недавно, я сначала не люблю жареную картошку. Ни в масле, ни картошка фри. А, просто которая на сковородке. Мне она очень не нравилась, я не знаю, очень сухая. Но потом, когда я туда добавил очень много сыра и чуть-чуть кетчупа, это про самое божественное блюдо было. Короче, у меня любимое блюдо... Картошка, пожаренная на сковородке, вместе с кучей сыра и небольшой каплей кетчупа. Да, не знаю. У меня, наверное, борщ. Ну, я не знаю, что придумать. У меня нет вообще... У меня вообще вот это вот из вторых блюд, а из первых блюд, то есть суп. У меня суп-пюре с шампиньонами. Всем рекомендую. Моя мама просто божественный суп готовит. Так, следующий вопрос. Сколько вы хотите подписчиков на канале? Ну, это немного странный вопрос на самом деле, но мы, в принципе, можем ответить. Мы хотим в ближайший год, до Нового года мы хотим набрать 10 тысяч подписчиков. Не, до конца лета. Ну, или до конца лета хотя бы попробовать. А до Нового года попробуем хотя бы 100 тысяч. Ну, или 50, там, как получится, по происшествиям. Ссорились когда-то? Да. Это было, кстати, недавно, но... Это по приколу было. Я бы не сказала. Но... И один раз мы поссорились в школе из-за того, что нас подставили, так сказать. Я помню, мы в садике поссорились, и друг другу... Ну, типа, мы сидели в разных местах, и там кто-то бегал и передавал, типа, скажи, мол, что ты такой-то. Я помню это. Вот. Следующее. Ваши любимые предметы в школе? У меня это математика и ПИ. Это не обращайте внимания, у меня просто... Короче, не важно. Математика, потому что у меня в ней успехи. Мой любимый предмет в школе, наверное, либо физра, либо география. Чем вы любите есть блины? Вкусный вопрос. Я люблю обычно с нутеллой и с бананами. Ну, типа, ну, ты знаешь, так бананы и нутелла, и вот так вот. Это, конечно, очень вкусно, но моя любимая комбинация блины плюс сметана плюс сахар, это с детства просто ма-ма-ма. Ну, тоже вкусно, ладно. Так, ваш любимый фильм? У меня, наверное, «Человек-паук. Нет пути домой». Очень крутой. Не знаю, назову рандомный какой-нибудь. Вышка. Страшный. Можете посмотреть. Так. Какой ваш любимый мультик? Мой смешарики, сразу говорю. Ну, у меня тоже, наверное. Ну, если мультфильм именно, типа фильм, ну, длинный мультфильм. Да, это... Зверополис. Мой любимый недавно Человек-паук, Паутина Вселенных. Вот просто недавно вышел, он, конечно, длится 2 часа 20 минут. Это просто имба, да, это мультфильм. А, я думаю, это фильм. Там Майлз Моралес. Майлз Мразь. Ваш любимый герой Марвел. Наверное. Человек-паук. Это что? Какой? Том Холланд. У меня любимый Человек-паук — это самый первый Тоби Магуайр. Ага. Ваш любимый герой DC? Пусть будет Супермен. Я не знаю, если он в DC, да. У меня, наверное, Харли Квинн. Сэндвич. Будете играть в разные сетевые игры с подписчиком? Ну, наверное, стендов. Not What Games. Будут игровые рубрики на канале, типа компьютерных, телефонных, приставочных? Возможно. Ну, если вы захотите, то... Да. Но, скорее всего, это будет на Not What Games. Возможно. Мистер Бабастик, по-моему, Бастик.
Мистер Бомбастик Бомба Фантастик или Пава Пева Гимма Боря? Пава Пепа Гимма Боря. Наверное... Мистер Бомбастик Бомба Пепа. Пава Пева Гимма Боря, по-любому. Амогус или Супер Сус? Супер Сус, Супер Сус. Он такой низкий. Удачи в ролике. Все, спасибо. На этом мы заканчиваем наш ролик. Всем удачи и всем пока-пока!